Выпускник Казанского федерального университета Ильшат Рахимбаев снимает фильм «Микулай» в жанре психологического этнотриллера. Полнометражный фильм молодого татарстанского режиссера отлично сочетает в себе этнокультурный аспект и популярный на сегодняшний день жанр психологического триллера. Это также первый татарстанский фильм с участием 4 федеральных актеров. Осенью фильм планирует выйти в прокат по России и странам СНГ. Там не совсем понятно, где там реальный мир, где иллюзорный. И эта игра, и этот фильм происходит немного такой не очень здоровой голове главного героя по сюжету. И мы, собственно, и здесь тоже играем. Не совсем в один момент становится непонятным, кто из героев настоящий, кто не настоящий, кто кого ведет, кто с кем играет, в какой из миров настоящий, воспоминания ли это или что-то. Съемки фильма начались в сентябре 2021 года. На данный момент фильм находится на стадии доработки и монтажа. Действие происходит в Кряшинской деревне, где живет старик Микулай. У него жена, родители и уважение, но спокойную жизнь нарушает молодой человек, утверждающий, что он сын Микулая. Отметим, что проект создается по мотивам пьесы татарского драматурга Мансура Гилязова. Твои бабушки и дедушка. Мама! Это огромное вложение в развитие региональной киноиндустрии, особенно Татарстан, потому что если мы сможем доказать, что мы можем здесь, в Татарстане, снимать кино, выходить в прокат, приглашать актеров, это огромная мотивация для других кинематографистов, чтобы оставаться здесь, творить, не уезжать в Москву. И как бы объяснить то, что не обязательно уезжать там в столицу, там, да, в Москву, в Питер, для того, чтобы реализоваться в индустрии кино. Проект запустил сбор средств на краудфандинговой платформе. Каждый желающий может принять участие в сборе и получить подарок от съемочной команды. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.